Здорово, ублюдки! Здорово, лохи! О, всем привет! С добрым утром! У меня по лицу не скажешь, что это утро доброе. Но прошу обратить внимание, сегодня не 1 января, в смысле в моем ролике, хоть вы и смотрите его в январе. Сегодня 31 декабря, утро. Я готовлюсь к Новому году. Сейчас я побреюсь, приведу себя в порядок, и будет другой человек. Хотя по мне и не скажешь. Такое ощущение, что я пил всю ночь. Хотя я не пью, вы это знаете. Просто я не выспался. А пока решил побриться. Хоть на мне и не видно никакой щетины, но если рассмотреть поближе, то она бросается в глаза. Что ж, приступим. Ах, как все защипало. Ой. Ну ничего, сейчас засуну рожу в морозилку и будет нормально. Ну все, мои утренние процедуры закончились. Что делать дальше, я не знаю. Осталось, правда, подождать доставочку из магазина и потихонечку готовиться к праздничному вечернему застолью. Здорово, ублюдки! Здорово, лохи! Здорово! Не знаю, придурки. Ну и привет, конечно, всем нормальным людям. Мужчинам, женщинам, ребятам, пацанам, девчонкам. Время у нас 21:44. Скоро настанет Новый год. Я уже в нетерпении. Как вы видите, я приоделся. Сижу в своем новом свитере новогоднем. Классно. По телевизору у меня идет Иван Васильевич меняет профессию. Кстати, да, моя елочка еще не зажжена, скоро мы ее зажгем. Рядом с ней стоит Дед Мороз, сапог, снеговичок, подарочек конфетный. И самый главный заветный подарочек стоит сзади под елочкой, который мы с вами откроем после боя курантов. Ну и мой любимый фильм. И скоро я вам покажу свой новогодний стол. И корочка, салатики, оливочки. Все будет чики-пуки. Ну все, время 23:00. Мы присели проводить старый год. Накрыли хороший стол. Оливье, оливки, грибы, селедка, огурцы и красная икра. Салатики туда и сюда. Короче, все вкусно и хорошо. Друзья, попрошу минуточку внимания. Сейчас говорит президент. После этого мы встретим Новый год и распечатаем подарки. С колоссальными вызовами. Но научились жить в таких шустрых. Что сказать надо? Все, товарищи, у нас забили куранты. Встречаем Новый год. Ну давай, с Новым годом. Давай, с Новым годом. За Россию. За Россию, за матушку. За Россию только красный икрой. Мы за русскими едим икру. Ну все, товарищи, с Новым годом! Слава России! Блять! С Новым годом! Слава России! У нас все будет хорошо. Дискотека Авария рулит. У нас в разгаре салюты. Время дошло до подарков, которые вам я показывал в самом начале. Так, виднеется. Я прям немножко в шоке. Вот такой вот классный подарок
Мне достался новый. Спасибо тому, кто сделал мне этот подарок. Вот на